С недавних пор среди российских вузов появилась особая группа, так называемые федеральные университеты. 10 вузов, которые расположены в ключевых городах страны. Так что же такое федеральный университет? Это не просто очень большой вуз. Он обладает особыми привилегиями. Ректор назначается правительством Российской Федерации. Бюджет федерального вуза равен бюджету целого города. Например, бюджет КФУ равен бюджету полумиллионного мегаполиса. Не веришь? Загугли! Федеральные вузы — это не только образовательные учреждения. Они созданы, чтобы играть важную роль в экономике, социальной сфере и культуре своего региона. А пока вопрос аудитории. Где расположен этот вуз? В Казани? Бинго! Деревня Универсиады — это самый большой студенческий кампус в России на 13 тысяч человек. Целый небольшой городок в 20 домов, населенный одними студентами и всеми удобствами для них. Среднесуточная стоимость номера в трехзвездочном отеле «Казани» — 2414 рублей. В пятизвездочном – 5051 рубль. Проживание в деревне Универсиады – 2575 рублей. В семестр. Во время учебы там живут студенты, а летом во время соревнований на твоей кровати, возможно, будет спать сам Майкл Фелпс, если уместится. В КФУ обучается более 5500 иностранных студентов из 94 стран. Федеральные вузы — это шанс получить конкурентное во всем мире образование и опыт. Опыт работы на студенческом телевидении, которое вещает на всю Россию. Опыт начала своего бизнеса в коворкинге и бизнес-инкубаторе. Возможность отправиться в 14 стран по программам обмена, стажировок и двойных дипломов. Самый большой вуз среди других федеральных, входящий в 1% лучших университетов мира. Все это Казанский федеральный. Присоединяйся к нашей команде.